маски поднимать не будем, мы будем изображать замечательный детский транспорт. Кто знает, самый лучший в мире детский транспорт. Самокат. Который всегда под рукой. Папа. Папа-босс называется такой транспорт. Мужчины, помогайте, пожалуйста, следующим образом. Мужчины. Папа-босс. Разошелся и поехал, и повез. Сбили шкаф, упало кресло. Стало в квартире тесно. Вырываемся во двор и летим во весь опор. Мы играем в папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый быстрый папа-босс. Папа-босс. Ехал я, а папа нес. Вот так по одну и скорость догоняем самолет. Обошли машину, ветер учится государственной границей. Только вылетит глаза, отказали тормоза. Мы играли в папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс. Ехал я, папа-босс. Даже вспомнить невозможно, сколько видели мы стран. Другие нами знак дорожный. Осторожно, океан. Папа, не сбавляя фону, рассекает грудью воду и по небу он уплывет. Настоящий папа-босс. Мы играем в папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс. Ехал я, а папа вез. Мы бывали в разных странах, повидали целый свет. Хорошо, сказала мама. Сказала мама. Я лечу. Сказала мама. Вместе с вами на Луну. Мы играем в папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс, папа-босс. Самый лучший папа-босс. Папа-босс. Ехал я, а папа вез. Ехал я, а папа вез. Ехал я. А папа вез. Thank you.